отделом ЗАГС Кировского района города Екатеринбурга сегодня мне доверено зарегистрировать ваш брак. В жизни каждого человека есть дни, которые особенно бережно хранит память. У вас сегодня именно такой день – день рождения вашей семьи. Сегодня вы делаете важный в жизни шаг, вступая в брачный союз, берете на себя новые обязанности по отношению друг к другу. Впереди такая нелегкая, но радостная пора семейной жизни. Исполняя высокий общественный долг, я прошу вас ответить. Готовы ли вы, Надежда, выполнить священный долг жены? Да. Готовы ли вы, Дмитрий, стать верным супругом и надежной опорой вашей жене? Да. В знак любви и верности я прошу вас обменяться кольцами. Сегодня, 22 февраля 2020 года, ваш брак зарегистрирован. Отныне вы муж и жена. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с законным браком. Желаю навсегда сохранить ваши сегодняшние чувства, вашу большую любовь. Вручаю семейный документ, свидетельство о заключении брака. Спасибо. Дорогие молодожены, сегодня у вас счастливый и радостный день. Вас пришли поздравить ваши родные и друзья. Среди них самые близкие люди – это ваши родители. Дорогие родители, за ваши добрые дела, за ваши щедрые сердца, за бессонные ночи, проведенные у колыбели ваших детей, низкий вам от них поклон. Родители, подойдите к детям, поздравьте их, пожелайте им счастья. Уважаемые гости, а теперь я прошу вас поздравьте молодых. Thank you.
Молодожены, за ними родители и все гости. Счастливого вам пути!